Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео хочу поделиться с вами проектом. Называется Benchit Biz. Как-то так. Позволь мечтам сбываться. Значит, Benchit Biz – это лучшее предложение на рынке MLM-проекта, в основе которого заложено забота о людях. Здесь я уже, друзья, не буду все зачитывать, все мы умеем читать, это все можно прочесть. Здесь много тарифов и коротенькие видеообзорчики. Значит, есть полная презентация, здесь вот описание, можно нажать и посмотреть презентацию. Далее, что здесь маркетинг? Здесь несколько маркетингов, как бы, и они между собой не связаны. Каждый вход отдельный активация. Есть цикличный удвоитель. Также это все можно прочесть и посмотреть коротенькое видео. Я все здесь уже все просмотрела и выбрала уже для себя тариф. Вот. Далее есть еще цикличный утроитель. Также можно все прочесть и посмотреть коротенькое видео. Есть бинар. Вот бинар мне вот более так, самый такой легкий, как бы. Я просмотрела видео и остановилась вот на бинаре. Есть тринар. Также можно каждое видео. Есть линия. Единственная, вот, по-моему, линия здесь от $100, а остальные от $2. Ну, вход не завышен, я считаю, $2, небольшая сумма, 100% сеть, 5 источников дохода. Далее, работать можно на любом устройстве, подробная статистика, поддержка 24/7, платежная система Payeer, и здесь ссылочки, все они кликабельны, можно перейти. На YouTube я их подписалась, я кликнула на Facebook, перешла к ним на Facebook и ВКонтакт. Тоже есть они ВКонтакте, можно присоединиться. Регистрация наипростейшая, логин, имейл, пароль. При регистрации обязательно указываем Payeer кошелек, так как работать с Payeer кошельком и после уже изменить нельзя. Я войду в личный кабинет, посмотрим, что у нас изнутри. Вам на почту придет письмо, просто приветственное. Вот, там будет указан ваш логин и ваш пароль. Так, и что здесь у нас? Личный кабинет. Это наш баланс, общий доход, личных партнеров сколько и активных. И здесь удвоитель, линия, утроитель, бинар, тринар. И здесь ваш спонсор указан. Я пополню баланс. Так, здесь удвоитель, утроитель. Это мы сейчас мы все рассмотрим. Я нажму финансы. И вот здесь вкладочка пополнить баланс. Ввожу сумму $2. Нажимаю пополнить. Подтвердить пополнение. Поставлю на паузу и пополню. После продолжу. Поздравляем, вы успешно пополнили баланс. Идем в мой кабинет. И у меня на балансе $2. Значит, далее что здесь? Удвоитель. Здесь описание. В каждом можно нажать описание. Здесь короткое видео также можно просмотреть. Я сначала думала залить. Но раз в кабинете и на главной страничке есть видеообзорчики, такие они коротенькие, можно, естественно, посмотреть, не обязательно заливать на канал. Я буду активировать бинар. И вот здесь утроитель, бинар. Так, бинар. Описание. И вот как бы маркетинг-план. Перейти к активации. Нажимаю. Так, площадка номер один. Так, нажимаю, опускаюсь вот здесь вот. Активировать вкладочку.
И вот я встала. Здесь вот такие короткие матрички они пойдут. Вот. И так, бинар, далее тренар. Это все здесь вот описание, маркетинг, статистика. Так, бинар у меня что здесь по статистике? Давайте посмотрим. Ну, здесь пока у меня площадок в бинаре 1. Активный доход. Почему я, друзья, зашла? Потому что я сегодня смотрела видео о том, что этот проект платит. Платит он инстантом. Так что, когда будет что выводить, можно делать вывод денежных средств в режиме онлайн. Здесь финансы я вам показала, вывод средств. Значит, когда будет что выводить, вот здесь будет сумма. Как мы видим, прописан кошелек. Никуда ничего вставлять не надо. Просто нажать «Вывести». И вывод инстантом поступает на Pair кошелек. Значит, при нажатии на кнопку «Вывести» вы автоматически получаете перевод всего баланса за вычетом 10%. Значит, они берут 10%. Так, на свой Pair кошелек. С него вы можете, ну, уже куда мы можем с Pair выводить. Значит, здесь у нас история доходов, вкладочка. Во вкладочке «Партнеры» находится в наша реферальная ссылочка. Здесь у нас «Помощь» и «Промо-материалы». Так, вопросы и ответы. Задать вопрос можно. «Промо-материалы». Эти картинки для постов можно скачать. Ниже опустимся. Здесь у нас идут баннеры всевозможные. Вот. Так, партнеры, помощь. Показала вкладочка настройки. Я указала здесь, вот это у меня все по умолчанию. Также партнерская ссылочка находится. Дополнительные данные я прописала. Елена Смирнова. Ссылочка на ВКонтакт, Фейсбук, на YouTube я указала. Нажала сохранить. У меня все сохранилось. Так, здесь изменить пароль при необходимости. Вот такой вот проект. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Можно неплохо попытаться заработать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!